Я Абрикос, старший научный сотрудник лаборатории Лапки Лап. Проблема. Люди любят нас мыть. Решение? Сами выберем запах шампуней. Вот земля из парка. Чудо, а не запах. Только хозяин не одобрит. Старые сапоги. Просто сказка. Ну и такое не зайдет. Пахнет Рексом. Мой друг. Спасибо, Любочка. Шину не выбрасывайте, я ее еще поисследую. Что делать? Привлекли лучшие умы и носы. Каждый барбос использует для анализа запахов 13% мозга. А наши двуногие друзья только один. Любочка, не обижайтесь. Получилось два шедевра. Яблоко, листочки, как в парке. Мне там мячик кидали. А это бергамот с лимоном. Как будто человек чай пьет и меня гладит. О, запахи прямо хвост виляет. Еще и гипоаллергенные. Особая технология скрывает все прочие ароматы. Делали как для себя. Формулы мягкие, никаких сульфатов, силикона и всяких парабенов. Все понюхано и одобрено у нас в Лапки Лап.